Да, мы всегда празднуем. Это великий праздник. Так, немного праздную. Пеку. Не пеку, а покупаю сюда. Все яйца крашу. А чего больше? Нет. Никогда. Иногда бывает, разное. А от чего это зависит? Празднование, я не празднование? Я человек. Да, 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 конечно, буду праздновать. Ну, правда, я работаю, поэтому там не до празднования. Да, да. Всегда. Всегда. Ну, обычно празднуем. Яйца-то обязательно красят, я думаю, все. Ну, в этом году тоже будете? Тоже будем. Так, чисто символически, но будем. В церковь накануне пойдете? Ну, в церковь как придется. Будет время, сходим. Обязательно празднуем. Это самый главный, по-моему, православный праздник. Ну, или Рождество, или Пасха, по-моему, это равнозначные праздники. Праздновали родители, праздновали деды, празднуем и мы. Яйца всегда крашу. Давно уже у нас и мама еще раньше всегда красила, и я так красила. Накрасим луковым пером. Ну, яйца едим не больше. Не верующий, не крещеный. А яйца красите? Естественно. Все население красит. То есть, ну, яйца такой неотъемлемый атрибут. Это вот такая пасхальная традиция ваша. Естественно, Христос воскресе, всегда говорим. Купила кулич. Яички накрасим. Все. Все будет. А сами ходите в гости или к вам приходят? Да мы с дедом вдвоем никуда дома. Так сами посидим своей семьей. Пасху покупаю обычно. Я не умею пасхи печь. Яички красите? Красим обязательно. Каким красителем отдаете предпочтение? Ну, как всегда, наверное, лук обычно у всех. Но иногда покупаем краски. Да, конечно, я бегу сразу с утра, покупаю яйца, крашу. Ну, в субботу, наверное, красить. Ну, в субботу, да, да, чтобы уже быть готовым. Ну и все, потом чаепитие. Яйца красим, по крайней мере. Надеюсь, что да, в этом году будем. Все, каждый год красим яйца, украшаем их. В гости ходим, дарим. Приходит внучата, раскрашивает яйца, разрисовывает. Помогает мне внук, это самое, печь, ну, вернее, месить тесто. В общем, мы вот так потихонечку, а потом вечерком, где-то в субботу, приходят все родственники, садимся, ну, едим яйца, куличи. В общем, то такой... есть вы с вечера праздновать начинаете? Да, вечером. По церковным правилам не ходят на Пасху, на кладбище. Ну, вот в той местности, где я родилась, и вот где там бываю, там всегда ходят. Вот, и поэтому мы здесь иногда даже не пройти, бывает, там рядышком положим. Всегда ходим на кладбище к своим родственникам. То есть у вас с этого начинается праздник? Да, да, а потом уже домашний праздник. А дома как? Что накрываете на стол? Как обычно, да. Ну, и венцо красненькое, ну, и яйца, куличи,